Здравствуйте, сообщество YouTube! Сегодня мы с вами будем готовить скумбрию в духовке. Раньше у меня было видео, я приготавливала скумбрию на мангале. Это видео у меня есть на канале, вы можете посмотреть. А в духовке я делаю следующим образом. Для приготовления скумбрии берем соль, перец, травы, в данном случае базилик и петрушка, помидорки, нарезанные кругляшочками. И уже заранее приготавливаю смесь соли с перцем. Будем готовить на пергаменте в духовке, такой вот настольной, функция гриль. Берем тушку скумбрии, разрезаем мы ее как по спинке, по хребту, так и по брюшку. Очищаем хорошо, полностью вымываем оттуда всю черноту, все пленочки. Получается у нас вот такая вот чистенькая тушка. Дальше смазываем все перец, соль. Снаружи можно сильно не усердствовать, потому что, в принципе, это так для тех, кто любит кожицу. Главное хорошо просолить внутреннюю часть, чтобы рыба была действительно вкусная. И также брюшко. Хорошо смазываем. Самое главное, что это блюдо, в принципе, на скорую руку может приготовить любая хозяйка. Это действительно вкусно. Рыба самая по себе, она жирная. И, собственно, ее испортить-то очень сложно. Можно делать такой рецепт с лимоном. У меня в данном случае лимона нет. Я делаю с помидоркой. С томатом скумбрия тоже очень вкусная. Поэтому, тем более, томат у меня свой. Домашний, сладкий. Я думаю, будет очень вкусно. Берем травы. Вот их мы точно не жалеем. Вот так прям пучком. Раскладываем в брюшко. После приготовления мы эту траву просто вытащим и выкинем. Вместе, в принципе, с помидором. Они свое дело сделают. Сок отдадут. Вкус тоже. И запах. И больше нам не будут нужны. Рыбу я ничем не смазываю, никаким маслом, потому что она жирная. Вот такая вот тушка получается у нас. Выкладываем на пергамент. Вот так вот. И в духовочку. На полчаса. Там дальше посмотрим. Если будет маловато, еще можем добавить минут 10. Но скумбрия готовится очень быстро. Все, будем ставить в духовку. Вот так вот наша рыбка уходит в духовку. Поставила полчаса, с учетом того, что ей нужно еще нагреться. Ждем. Вот такую вот красоту достала из духовочки. С помощью гриля замечательно поджарилась, прожарилась за счет того, что разрезана с двух сторон. И пахнет просто изумительно. Пробуйте и приятного аппетита!